субботнее ноябрьское утро, и мы решили провести на этих выходных свой внутренний турнирчик, в котором будут принимать участие наши спортсмены, и мы будем немножко 3D хулиганить. Мы будем уничтожать всякую нечисть. И все это будет проходить на дистанциях 70, 50 и 30 метров, в зависимости от возрастной группы. Подготовили вот такие дипломы. Но, чтобы не посвящать этот турнир празднику Хэллоуин, мы решили все-таки посвятить этот турнир, сделать этот турнир в честь Георгия Победоносца. И поэтому мы будем сегодня на нашем полигоне расстреливать всякую нечисть. И тот, кто будет с первого выстрела попадать в 3D-мишень, у нас подготовлены комплекты золотых и серебряных и бронзовых медалей, у нас подготовлены красивые дипломы памятные. В общем, проведем весело сегодняшнее ноябрьское утро. Мы и наши дети подготовили вот такие замечательные 3D-мишени. Естественно, расставим еще мишени животных, оленей, кабанов. И проведем этот прекрасный турнир. Слушай, ну сегодня жара нереальная просто. Ты посмотри, какая погода. Ноябрь месяц, как лето. Вот это у вас ведьмовской ходня. У вас сегодня, точнее у нас сегодня реально ведьмовская команда. Вообще. Еще и кинжал. Ну все. Вот, что мы делаем дальше. Следующий у нас работает Дарина и Катя. Пристреливает дистанцию 50 метров. И отрабатывает все. Две камеры, которые будут снимать сам выстрел, момент выстрела, попадания в 120 FPS. Я сейчас ставлю DJI Osmo и Phantom. Стреляю. Стрелы Брасхеды. У нас по три выстрела. И за три выстрела мы должны поразить наши мишени на горизонте. Жесть сплошная. Итак, дистанция 70 метров. Поехали. Так. Сбил. Сбил. Но второе попадание в стыки. Но не то, что было запланировано. Красавчик, есть попадание, молодец. Сейчас, мы еще. Это, так сказать. Как сказал профессор Преображенский, это совсем не просто. Это потом самое интересное на десерт оставим. Я пытаюсь добить, чтобы мы уже зря не бегали. Вот это да! Последний пух было! Я поправку сделал. Вот это да! Сполыхнуло. Да! Чемпионский выстрел, однозначно, красава!
Вот это. Вот это шумка. Спасибо. Очень рада, поздравляю. Принесите ее сюда. Где дальномер? Я уже знаю. Она правее ушла. Она не ушла. Да что ты будешь делать? Что, это взрослый? Можно пойду пиво попросим? Фотосессия с огнем. Открывайте, отойдите. Таня, я хотела. Выше. Правее и выше. Есть контакт. Много банки, по ней. Да. Шокнул, да? Да. Да, ну. Настя, давай. Один миллиметр, наверное. Планку. Смотри, куда попал, чтобы ты понимал. Давай. Чтобы понимал, куда попал. Ровно куда надо. Ровно в огонь. Ровно. Попадание было четко в фитиль. Поэтому он огонь. Первым дипломом за участие и за великолепное попадание награждается у нас Тимофеева Анастасия. Поздравляю. Дальше у нас идет. Очень хороший, качественный выстрел был, Виталь. Реально, без всякого. Но ты попал даже в сам, ты одновременно сделал два выстрела. Ты затушил огонь и попал в цель. То есть ты, как знаешь, как это, потуши огонь свечи. Поэтому мы тебя награждаем дипломом за хороший, качественный выстрел. Молодец. Ну, соответственно, у нас
отличила Синика Тимофеева с ног до головы, это однозначно. Екатерина Тимофеева награждается у нас за просто потрясающий выстрел. Мы его обязательно будем в этот момент демонстрировать. Ну и естественно первый у меня украл, мой коронный выстрел украл у меня Андрюха. Просто взял вот наглым образом, поздравляю, но это было козырно. Знаешь, всегда на самом деле для любого учителя самое главное что? Самое главное, когда его ученики немножко его превосходят в чем-то. Для меня это лично бальзам для моей души. Это реально круто смотрится, когда вы за один год научились настолько стрелять. Мы сегодня работали на дистанции 70 метров. Андрей сегодня работал с луком, новым своим луком, с которого он вообще ни разу не стрелял, не пристреливал, ничего. Новый лук, новые стрелы, все взял, как говорится, в боевых полевых условиях. Взял лук, всунул ему в руки и сказал: на, попадай на 70 метрах, ты должен попасть в размер, ну такой, даже не в килл-зону оленя, гораздо меньше. Там попасть в зайца, даже еще, наверное, меньше, чем в зайца. Вот, и награждается Дарина за хорошую работу. Каждый выстрел четкое было попадание. Гораздо, заметь, у тебя попадание по мишени было чаще, чем у Кати, да? Но, как говорится, все вокруг да около. Очень хорошее, очень четкое попадание. Реально доволен твоей работой сегодня, ничего не могу сказать. Просто здесь еще, как мы все лучники говорят, есть такое понятие, как удача. Просто сегодня у нас Тимофеев день, мы его так и назовем. Тимофеев день у нас сегодня. Ну пиво-то перестреляли, пиво и все. Да. Семья попережай, да. Они сегодня по пиву работали. Вот, потом мы вручаем, я вручаю золотые медали. Золото-раздача идет. Золото-добыча есть, есть золото-раздача. Я вручаю Андрюхе, короче говоря, что у нас? На 200 евро я вручу Тимофеевым, значит, сегодня я им дам 600 евро, значит, купоны на 600 евро, такие можешь, а, нет, вру, Андрею чуть поменьше, два купона на 400 евро, и один купон на 50 евро, и здесь, значит, три золотые медали, вручается Андрюхе за великолепную работу. Понял, да? Вот, потом дальше у нас... Чистый шоколад. Дальше у нас идет. Дарина заработала у нас две пятерочки, железобетонные такие хорошие. Значит, Дарине вручаю горсть золотых монет. И два купона на 10 евро. Ну так получилось, я не хотел. Ну, я же вас... У нас все основные куши сегодня, у нас наша семья сегодня в убытке, однозначно. Мы семейство убыточных сегодня. Тимофееву все забрали, короче. Пришли, увидели и победили. Я не виноват. Кате мы... Знаешь, ну это вообще кошмар. Кате достался приз 500 евро. Купон на 500 евро. Умопомрачительный. Ну что поделать? Купон на 500 евро и три золотые монеты огромного формата. Чем ее и поздравляем. Так, у нас остается Настя. Да. Так, Тимофеева больше не дам. Зубы. У них уже купоны, они и так уже богатые. Уже себе могут брендовые луки покупать. Уже могут, что только не могут делать. Все, короче говоря. Значит, Витальке даю 55, купон на 55 евро. Вручаем, все-таки должны у нас и Макрушины немножко сегодня разбогатеть, и вот золотые монеты. Все остальное у нас, я бы дал сегодня приз, конечно, мисс Ведьма Вселенной. Я бы дал, конечно, Настю. Я и отдаю весь остаток золота, чтобы у нее был хороший такой. Да, это все тебе такое все. Ну а так в целом. Настя самая красивая сегодня. Да, не, но у нее элегантная шапочка такая, у нее элегантная. Если Катя видно, что сразу же такая славянская ведьма из поселка Бабок Ёжик. Дарина видно, что это какая-нибудь европейская такая ведьма, где-нибудь под Лондоном жила, где-нибудь в таких там этих самых. Но в целом турнир прошел прекрасно, мы отлично провели чудесный выходной день. У нас, я даже не знаю, наверное, сегодня плюс 25, наверное, есть. Да. Написала, что плюс 15. Реально очень жарко, очень хорошо. Итак, всем пока. Пока. Пока.